Не тот фильм. Ну что, давай, мышки, мышки, делаем вот так. Ребята, просыпаемся. Ничего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не припрыгал. Я нашел три очки, два сердечка, два. Нормально, ты помнишь припев? Сейчас все будет, погнали. Районы, кварталы, живые, силы, и я ухожу. Пока так себе. Районы, кварталы, жилые. И вот сейчас громко песни. Я ухожу. Уже хорошо. У тебя все будет класс. Будут ближе облака. Я хочу, как первый раз. И поэтому пока. Я как желтые очки. Два. Два, Миша. Согласен. Районы, кварталы, жилые, а вот сейчас остаю в Москве. Я ухожу, ухожу. Миша Бородач не поет. Мальчики и девочки, для вас за барабанами Ирина, покричите ей. Не устала, Ирина, покричи. На пирата похоже. Тысячи чертей, да. Давай, лучше играем. Я должен вам рассказать. Вы готовы, дети? Да, капитан. Но вам просто только внимательно и громко. Внимательно и громко. Кто проживает на дне океана? Альфонс! Желтая куртка, молочница из Яна. Альфонс! Огонь! Парил в базе, не бьет, но серебрили на свою. Я сам не знаю, надо мальчики и девочки, добрый вечер, как настроение, как дела, как вы? Хорошо, отлично. Дорогие друзья, кто знает, что это за персонаж? Это Викинг. Никто не. Викинг, это Миша. Все проще, все значительно проще. Михаил, ой-ой-ой, все получится, попробуй. Дорогие друзья, сейчас Михаил споет для вас красивую бардовскую песню. Кто из вас знает хоть одну бардовскую песню? Вот она, никто не знает. Визбора, кто знает Визбора? Вот, нет, она знает. Михаил, ты готов? Так точно. Дорогие друзья, тогда просто хлопайте, а он поет. Попробуем. Точно бардовская? Я не знаю, Сережа. Я просто делаю шоу. Дорогие друзья, специально для вас сегодня, в этот прекрасный вечер, я пою для вас, а вы для меня. Диджей, дай нам звук! На! Диджей, дай нам звук! На! Диджей, дай нам звук! Чего? Звук! Звук дай! Диджей, дай нам звук! На! Диджей, дай нам звук! Чего? Диджей! Поем вместе с Мишаней, давай, Мишаня! Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Закрой глаза, все постепенно, и тебя здесь никто не заметит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы все... Дыхание трепетное, безмятежно, мы, наверное, нашли то, что долго хотели. Здесь со стены идут проблемы, только ты и я в этом мире. Ты не возьми, пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что нужно мне. Готов убежать, мы готовы, мою все вместе, и... Между нами тает лед, пусть тебе нас никто не найдет. Мы под дождем, и сегодня мы только вдвоем.
ждем. Снова голос свой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холоднее. Курточка моя так хорошо сидит на ней. Дорогие друзья, все вместе делаем вот так вот, абсолютно каждый и каждая. Слушай, ребята, подальше давай. Все готовы? И начинаем! Привет, 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 пришло время. Молодцы, молодцы. Делаем так. Поем. Остановите, остановите. Витя, Витя, давай. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только. Давайте так, я понял, с бардовскими беда. Ты знаешь, кто такая Алла Борисовна Пугачева? Да. Кто это? Певица. Понимаешь, что здесь дети? Вот они, цветы жизни. Вы готовы и все вместе? На лапу тебя одна, и восхитительно шара, 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 шара. А ты можешь так же кричать, как она? Давай. Давай, Миша. Почти. Я в птеродактиле. Ты тоже можешь? Я понял, что вы все так можете. Саня, а ты? Я понял. Готовы? Поем. На лапу ты должна, и восхитительно шара, 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 шара, шара. Дорогие друзья, и теперь как Пугачеву, только не Пугачеву, поем все вместе. На лапу пена, на лапу пена, на лапу пена, и восхитительный шар, на лапу пена, на лапу пена, и восхитительный шар. Ребята молодцы. Давайте так, кто танцует, честно? Можно больше ничего не делать. Ну, смешает меня. А мы ничего и не делаем. Ты уже поменял свою треуголку? Да, мой стиль меняет изменяечку. Я понял. Дорогие друзья, продолжаем угадывать песни. Теперь это Михаил, его инструмент.
Играй, пожалуйста, Миша. Бородач точно узнает, что это. Борода. В траве сидел кузнечик. Неплохо. Я так и знал, что кузнечик. Это твой уровень. Мой уровень намного ниже, Сережа. Хорошо? Миша, подожди, она пришла. Рыжая мадемуазель, это вы, да? Рыжая. Вы зря оборачиваетесь, я с вами разговариваю. Тук-тук-тук. Хорошо, друзья, кто узнал песню? Что? В траве сидел кузнечик, она до сих пор ее поет. Ладно, так и будь. Давай. В траве сидел кузнечик, совсем как гречик. Не получается, нет. Почему? Это не мое. А ты знаешь хоть одну песню из кинофильма «Пираты Карибского моря»? Конечно. 4, 5, 6. Ну давай. Хорошо, дорогие друзья, ваши аплодисменты Михаил Гунагон. Он еще успеет, вам надо есть. Я успею, друзья. Обещаю вам. Песня. Как особенно сегодня звезды горят и говорят, я не вижу их. Как особенно сегодня тут и шалят и говорят, я не вижу их. Как особенно сегодня мысли кипят и говорят, я не вижу их. Занят твой взгляд. Это пилы ваши, фантазии ваши. Безумно чувство мне солит, что глаза засолю. Это пилы ваши, фантазии ваши. Что ли солнце влить? Вокруг тебя весь мир кружит, вокруг тебя весь мир кружит, 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 хочу. Сегодня звезды горят и говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят и говорят, я не вижу их. Так особенно сегодня мысли кипят и говорят, я не вижу их. Работай на камеры. Это были ваши фантазии ваши. Если за чувством не солит, что в нас оба солю. Это были ваши фантазии ваши. Что не солнце млится, что на самом солью. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит. Кажи. Кружит Колорадо-Падо. Колорадо-Падо. Немного классики, любите классику. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, давайте вот сейчас все, кто стоит здесь, прямо у нас на площади, вот каждый, абсолютно каждый улыбнется. Дорогие друзья, каждый. Смотри, какая у него улыбка. Так, такой серьезный, злой киллер, а так улыбчивый, хороший. Саша, два уже медвежонка.